Весна поет оперетта об архитекторах, которые едут в Сибирь на стройку. Здесь все сюжетные ситуации, все характеристики действующих лиц, их думы, их переживания выражены музыкой. А теперь посмотрите «Трио стариков» в исполнении народного артиста республики Владимира Канделаки, заслуженного артиста республики Михаила Качалова и Александра Ткаченко. Ах, Гури, вот всегда ты ничему не веришь. А я ведь своих учеников знаю хорошо. Таня и Борис любят друг друга. Да, но ведь Борис-то вот не приехал сюда. Знать, испугался Сибири. Да, но теперь-то он свою ошибку понял. Не верится мне, чтоб коршун голубем обернулся. Тоже мне Фома неверующий нашелся. Мост ваш прав. На этом свет стоит, совет им да любовь. По правде говоря, мне этот ваш Борис тоже не по душе. О, второй Фома нашел. Была бы только Танюша сейчас. Вот это самое главное. Таня, Танюша, счастье заслужила. У Тани, Танюша, чистая душа. Уж если полюбила, сердце все вложила. Эх, Таня, Таня, эх, Танюша, эх, Таня, Танюша, всем ты хороша. Танюши, мы не знаем краше. За Таню, Танюшу, друзья стоят горой. Эх, у Танюши нашей мы на свадьбе спляшем. За Таню, Таню, за Танюшу, за Таню, Танюшу, выпьем по одной. Танюша,